Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Вуди, Enter, и сегодня мы делаем обзор на карту Bug Trails 3. Это такой, в общем, варкап продолжается у нас. Да, это такой стрейфчик залетел. 189-й варкап, который проходил с 30 сентября по 7 октября. Вот он, собственно, закончился вчера, и тут же делаем мы с Энтером, да, даже без задержек, да, обзор. 2017 года, если кто будет потом смотреть. Ну да. Ну, в общем, давай, покажи нам, что тут есть. Мы появляемся на старте в такой вот коробке в ходе. Здесь, наверное... В общем, выглядит классно, атмосферно. Облака офигенные двигаются. Классно сделаны. Паучки здесь по бокам стоят. Правда, у меня ощущение, что у них немножко текстуры перепутаны, но не знаю, вроде они классные. По ним можно лазать, ползать. Вот, две штуки. По бокам у нас камни, факелы. И нам нужно куда-то туда двигаться. Какие-то грибы здесь по бокам. Пеньки. Ну, грибы, да, больше выглядит, на грибы. Да, больше похоже на грибы, которые здесь, типа, большие. Такие одуванчики, цветочки. Такие 3D, да? Да. Почти. Прикольные. Но, грибы точно 3D. Да, грибы, да, тут не поспоришь. Выглядит все классно. Здесь у нас цветочек недоделанный. Со сломанной текстурой. Даже не как один. И вот тот, да. Странно, потому что... Может, это определенный вид цветков? Те цветочки нормальные, а вот эти вот не очень. Ну, ну не может, знаю, это недозрели, может. Так, здесь у нас имеется, ну, в общем, подъем, ползем вперед. Здесь рампочка, причем на ней можно прыгать, бегать. Здесь у нас такие какие-то сооружения. Еще одни грибы. Да, вода. Вот тут Бак, у нас... Бак, походу, очень любит грибов. Грибы. Вот еще паучок. Да, еще паук, да. Да. Может, он под грибами это делал и решил... Ух ты, что... это у них... У них, я не знаю, что это. Они спасаются. Я туда не могу с карты, с этого говнища, да. Просто убегают с карты. Это, наверное, мама, а это дети ее, да. Да, и папа на старте стоит там. Там их двое. Я не знаю, кто на старте. Ну... Два папы. Это уже попахивает чем-то дурным. Вот. В общем, грибы представлены в виде падиков таких, и мы по ним будем залезать наверх. Как я понимаю, здесь был вариант прохождения, видимо, вот так вот наискосок по вот этим вот сооружениям. Ну, да, скорее всего, можно. Да, вот тут факелы светятся. Люди прыгают, вот видно с рампы, то, что туда можно в физике CPM. В Q3 здесь придется или вот так вот обходить все, либо как-нибудь там по этим грибам, но ощущение, что грибы прям вообще медленно. Ну да, скорее всего. Угу. А тут можно, кстати, вот отсюда? Да, ну вот на тот, можно даже вот на этот, мне кажется, на второй. А, ну да. Вот сюда. Нет, а, нельзя. Нет, нельзя. Ну тогда точно медленно, скорее всего. Нет, через рампу. Не, в Q3-то будешь прыгать. Вот так я не знаю, можно ли, наверное. Не, вряд ли. Но ты с ЦПМ сейчас подлетел. Я понял. Но в Q3, мне кажется, вот на этот гриб можно и тут три прыжка делать. Либо залезать наверх и вот здесь вот эти зигзаги делать вот таким вот образом. Ну вот фиг знает, что будет побыстрее. Ну, посмотрим, да, Ки? Увидим. Да, посмотрим потом. Все-таки оформление классное. Стены тоже, ну, хоть и квадратные, но плоские, но тоже не HD текстуры. Всякие там мох растет на стенах. Вот здесь проходит такой синяя вода. Как ни странно. Правда, да, я вода. Сейчас не вылезу, наверное. Да не вылезешь. А, там. Да, вот лесенка есть. Лесенка. Еще падики такие 5-6-гранные. Опять грибы, уже двухэтажные. Двухэтажные. Грибы с какими-то палками сверху, или я не знаю, как это назвать. Ну теперь это точно не грибы. Ну, теперь да, но я не знаю тогда, что это, если не грибы. Какие-то сломанные колонны, может быть, или это вы.
Вот, мы по нему вроде как прыгаем, прыгаем, прыгаем. И падаем. Падаем, да. И опять лестница есть. Да, чтобы можно было вылезти отсюда. Сейчас я еще раз доберусь до куда-нибудь. Такой классный стрейф, да? Стрейф всегда так весело обозревать. Вот. Выглядит как будто здесь финиш, но это не финиш. Это чек. Да, чекпоинт. А, здесь у нас... Ага, это такая... Ну, в общем, там... Потолок. Да, потолок. Здесь мы спускаемся вниз. Здесь тоже какие-то... Ничего вроде бы нет, просто такие элементы дизайна. Элементы декора. Угу. Еще вот тут факелы, стены кривоватые. Ну, стены, ладно, тут вроде, да, не особо мешаться. Да, это будет дизайн. Здесь еще какие-то два прохода направо и налево. И два гриба по бокам. И большой гриб. Да, вот еще один большой гриб. По центру. Сюда мы не залезем никак. Папа гриб, мама гриб. Угу. Это такая рампа. И еще у нас... И плохо врезанная текстура. Да, косяк текстуры. Но это косяк, он, походу, перетянул ее просто, да. Чуть-чуть, ничего страшного. И вон там тоже. Ну, он скопипастил, скорее всего, да. Как-то он на скорую руку, походу, мутил. Да, блин, то эти маленькие косяки, по-моему, не так страшно. Да нет, все равно, в смысле. Ты же делаешь, как ты можешь перетянуть вот эту текстуру, я понять не могу. По-бомжарски как. Ну, все, прыгаем на гриб туда. И прыгаем в этот проход. И вот он финиш. Надо было тебе с логином пойти. Лид. 6 минут. Лид. Ну, наверное, показать по дорожке, не знаю, дорожки, наверное, чуть подробнее. Ну, тут, по сути, два роута, наверное. Тут, естественно, надо максимально разгоняться. Ой. Ну ладно. Так. Вот сразу быстро, потому что так двигается. Здесь, наверное. Что? Сначала медленно-медленно я проходил этот друг. Сразу показывает, как надо бегать. Сейчас. Я, конечно, на нее не отправлял, но я чуть-чуть ее играл. Да блин. Надо прям хороший был. Сильнее налево заворачивать, чтобы ниже был прыжок. Еще сильнее. Еще сильнее. Еще сильнее. Если не знать, что мы. Что это дефраг как-то будет. Если с закрытыми глазами сейчас слушать. Вот. Стрейф, прыжки по вот этим падикам. В общем, вот тут вот, либо мы, получается, долетаем как-то вот сюда, и отсюда делаем даблджамп, а вот этот гриб долетаем сюда, и с него туда, получается. В принципе, это даже, ну, просто можно сделать, без особой скорости. Но вот эти вот ступеньки тут, это, конечно, полный дебилизм. Сейчас я попробую. Надо было, наверное, сейв-пост сделать. А это не дэвмап. Ну, так надо сначала девмап сделать, потом сейв-пост. Сейчас я на тебе сохраняюсь где-нибудь. Давай. Или ты сам если будешь. Если я дойду еще до туда. Ну, могу сам сохраниться. Ну, тут всегда по-разному по спейсингу еще. Вот, в общем... Ай. Да ты что? Не проходит совсем никак. Совсем плохая как, карта. Как по мне, вот это место, оно было самым плохим местом карты. Ну да, да. Тут бесспорно. Ну, блин, надо пройти все-таки быстро. Ну, в общем, это первый вариант, так скажем. Второй вариант заключается в том, чтобы пропускать всю эту нечисть. И вот так вот
как-нибудь пролетать либо сюда, либо с даблджампа сразу сюда вообще долетать. Да это уже прям такой жесткий нужен стрейф. Я поэтому, видишь, пытался максимально близко. К этому. Ой. Ну ладно. Вот. А! Не долетел. Ну, в общем, я не знаю, как он это делал, это место. Чем он думал, когда он делал это место. По оно сути, очень, вот. Очень-очень неудачное. Ну, какое-то, да, он какой-то, не знаю. Если бы не было вертикальных фиговин сверху, было бы лучше. Вот этих вот столбов, да. Да, да, да. Ну, дальше мы стрейфим либо прямо, либо. Ну и вот тут вот рампа, вот эта. Да, либо через тоннель, ну, быстрее через. Там скорость, в принципе, большая, там это будет минус, если ты в бок будешь. Проще вот отсюда. Там по прыжкам, мне кажется, надо смотреть, в зависимости от того, где прыжок, чтобы можно было даблджампнуть на рампе. И завернуть, и залететь на финиш даблджампа. Ну да, вот этот вот ЦПМ. Да что такое? Не хочется это. Не хочет эта карта проходиться, прям. Но я Enter все равно перебью. А лиды нет, этот бэквен поставил. Ну, в общем, финиш тут, ну, мало вариаций вообще. Как бы либо ты вот как дурачок вот там вот прыгаешь, либо вот тут вот прыгаешь сюда-сюда, либо сразу на финиш. Ну, сразу на финиш можно, но самое простое это вот начальный грибочек и с грибочком финиш. Да. Вот. Ну, и я не знаю, что еще про него буду сказать. А ну, эти... тут тупенькая карта. Пакелы насквозь проходятся? Да, наверное. Если они не в клипе. Ну, просто если они в клипе, у меня сейчас возникла идея, если по ним попрыгать. А потом на гриб, потом на боковую хрень. А здесь можно, нет? Наверх. Нет, наверху вряд ли. Вот здесь вот. Типа, с гриба сюда, а потом как-нибудь куда-нибудь. Так а толку-то, если через верх нельзя? Сейчас посмотрим. Нельзя. Тогда толку нет, по идее. Ну, если только отсюда как-нибудь вот сюда, типа, и отсюда ты так вот делаешь. Ну, да, это тоже ничего не даст. Проще ну, просто прыгать. Да, проще просто прострейфить. Ну, а скорость здесь для такого финиширования вроде особо много не надо. Что-то вон 700 почти хватило. Ну, в общем, я не знаю. А, вот даже 500 почти хватит. Ну, то есть надо хороший сделать даблджамп, но так как на скорости, тут надо будет все равно резать. Ну вот, как-то так, наверное. Чтобы сюда еще не врезаться потом, в бок головой. Карта на стрейф коротенькая, не очень хорошими местами, но визуальный дизайн у нее классный. Ну, визуально, да, в принципе, неплохо. Ну, в стиле бага, так скажем. Вот эти паучки прикольненькие, по которым можно прыгать, с которыми даже можно даблджампы, наверное, делать. А там грибы, которые спереди, они как-нибудь, жалко, не юзабельны, наверное. Нет, я имел в виду то, что с паучка прыгнуть на гриб, а потом как-нибудь завязать, но это ничего не даст, наверное. Ну, можно попробовать... Не, ничего не даст. Ух ты. О! Дырочки пошли, так. Нет, здесь ничего нет, видимо. Только если туда в промежуток залезть. Вот мы и на грибах. И на финиш не залезается. На старт. На старт, да. Он здесь без ТР ведь, да? Да, да, без ТР. А жаль, да, было бы неплохо так. А если еще отпрыгнуть этот? Ну, факелы. Да, сквозные. Зайди в старт. Нету старта. Нет, нету.
Ну, было бы неплохо, если бы он еще натянут был, тут бы так разогнался, да, эти, оп, повернул и пошел. Это было бы вообще дико. Даже можно было бы отсюда как-нибудь вот так чуть-чуть зацеплять, скимить вот этот угол и пошел. Да, ну, в общем, не знаю, предлагаю перейти к демкам. Да. Посмотреть, хорошо, что натворили, собственно, те, кто участвовал. Сейчас я пролечу по ней, тут просто посмотрю, где что. В принципе, ничего интересного, летим. Ну, просто визуально классно карта выглядит. Здесь у нас ничего нет. Проход, 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 проход и финиш. Ничего интересного. Переходим к просмотру демок. Демки. Варкап. Варкап 189. У нас не так много демок было прислано на этот компетишн, как в прошлые, за прошлые разы. Ну вот. Да, так, это такая, может, карта такая. Так, не повезло. Может быть, да. Начнем с демки с топа 5. В пятом месте, да, это в физике ВК3 у нас Димонор из Польши. За почти за 2 минуты демка, наверное, он будет там. Play, 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 нажми play, давай уже. Давай посмотрим. Он так и будет пешком всю карту идти? Без прыжка, наверное. Ну... Наверное, да. Можно быстрее. Он тут медленно так останавливался. Плюс 320 скорости, когда можно разгоняться на полу быстрее. Здесь в воде он не разгоняется. Ну что за демка, Димонор, слушай, ты даже если без прыжка проходишь, старайся проходить побыстрее. Он без прыжка внутри проходит? Что-то я немножко отвлекся. Нет, он, видимо, не пройдет здесь без прыжка. Ну, он без прыжка не пройдет. Да, тут вот такая штуковина. Где... Не, он, по идее, может с рампы, если это... Если с рампы разгонится по стене, ну, то есть с трейфом как сёркл сделает без прыжка, он залетит. На первый, да, на второй вообще да. Никак. На второй, да. О! Вот, смотри, он эволюционирует прям на ходу. Вот, запрыгнул. Он научился прыгать. Кстати, не получилось без прыжка пройти, но... Ну да, падает все такое. О, начал прыгать. Ну, что такое? Не получилось без прыжка пройти, да, теперь. Да, и тут до финиша тоже надо прыгать. Еще написал лид. Ну и на минуту быстрее хулиган может гордиться собой своим скиллом. Плей. Плей, да. 41-208. Физика ВК3. То есть здесь даблджампов нету. Только вот так вот подпрыгать по рампам кое-как. Ну то он решил, что так будет быстрее. Без грибков. Да? Ну, почище, чем Димонор, в принципе, но не уверенно очень на этих, на пеньках попрыгал. Потерял там наверняка очень много, просто очень-очень много потерял. И финишировал 8 из 12. Следующий топ-3, Кианекс. О, ты первый раз правильно прочитал с первого раза. Красавчик. Плей. Из Тольятти. 38-112. Быстрее на 3 секунды. Лёкал того. Уже поживее. В принципе, игрок опытный. Становится уже потихоньку. Ну, как срезал. О, срезал, да. Всё-таки можно срезал, срезать. Да. Очень классно. Тут приз за оригинальность мы никому не отдадим. Даже Димонору. Ну что, Димонор тупо протупил. Ну, посмотрим, как он в ЦПМ пройдет. Ну вот грибки уже вот эти
поувереннее. За счет этого, в принципе, и вырулил. Ну и стрейф в целом поточнее, чем у хулигана. Финиш. Да, ну, топ-3 на варкапе, почему бы и нет, это первый, наверное, топ-3 его. Следующий топ-2, Хейз, Россия, 36,4, еще на 2 секунды быстрее. Давай смотреть, плей. Давай посмотрим. Ну, карта такая веселая, да? Прям вообще. Ну, визуально классно, мне понравилось. А вот... Визуально, да, по геймплею да, говно. Тоже срезал. Тоже срезал, да. Классненько. Здесь он будет в стенку врезаться? Нет, завернул даже без стенки. Ну, нормально, нормально. Грибки еще увереннее должен пройти. Да, ну вот. Ну да, вот в этом моменте побольше скорости, в принципе. Ну, Хейз, в принципе, по как-то повеселее играет. Возможно, опыт тоже сказывается. Ну, тем не менее, топ-2, молодец. И топ-1 занимает воронежский Undead Grizzly. 32,8. Давай, плей. Быстрее на 3 секунды. 3,6, по-моему. Если точнее. Ну, почти быть. 4. Ну да. Очень классный стрейф. Начало особенно. Ну, по падам прыгал. С даблджампом смог запрыгнуть наверх. На эту штуку, рампу. Да, ну пока видно, что прям быстрее. Все-таки опыт его не пропьешь. И по грибкам. Быстро получилось пропрыгать. Да, но мне кажется, все равно надо как-то там быстрее. Попал. Ой, и тут попал. Очень быстро, да-да-да, очень попадом быстро. И тут тоже срезал, получается, прыжок. И в результате занял первое место, 32,8. Гризли, молодец, поздравляем тебя с топом. Хоть и не на лучшей карте, но все равно молодец, молодец, что отправил. Итак, переходим к денкам CPM. CPM Challenge Promote. Это я хотел сказать. Ладно, Тимонор из Польши, 1.46.6. Плей. Посмотрим, как он тут прошел. Если он прошел очень весело, мы ему дадим приз за оригинальность. О, с прыжками. Ну... Сёрклами пошел. Молодец, Тимонор. Но я все равно не отдам тебе приз. Пошел нафиг. Так прям смотри на это. Это же классно. Я почему-то Дэнди вспомнил. Почему, да, я не знаю почему. А почему серклы такие не очень? Ну, он, не знаю, специально так, наверное, делает. На 400... Ну, если он делает все серклами, даже... Он постарался бы получше, что ли. Это же он даже в воде так делает. Даже в воде так даже делает. Надо его встретить в онлайне и сказать, что у него классная демка. Но не быстрая. Но не быстрая, да. Классная, но не быстрая. Но он об этом сам, наверное, знает. Я надеюсь. Ну как бы, не знаю, я думаю, что даже вот такие демки нужно стараться побыстрее делать. То есть... Как думаешь, он с первого раза сделал эту демку? Не знаю. Прикинь, он с третьего. Ну, вот серкл на 410. Ну, он же специально делает. Так видно же, что он не старается. Ой, там ментор зашел. Ты присутствовал при этом событии. Ой, сразу... Нет, не долетел немножко. Зорн там показывает 19,4 в топе. Йентер вышел. Такой финиш классный очень. Мне понравилось. Димонор, шли еще. Ух. Так, ладно. Переходим к следующей демке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Топ 9 вышел из 10 места уже. Кипиш, Челябинск, плей.
27.0 быстрее на много. Намного, да. На полторы минуты, короче. Грубо говоря. Мне прыжки нормальные, в принципе. Дабл джамп, в принципе, неплохо так запрыгнул. Ой, нормально дабл джамп. Очень классно, да, очень классно прошел пинки вот эти. Ой-ой-ой, как воткнулся. Ну перепрошел бы, ну ты чё? Да. Если бы с рампы он запрыгнул наверх, было бы намного быстрее. Ну да, где-то 21, может 23, где-то так. А, в общем, следующий у нас хулиган 26.4, побыстрее на 600 плей. Я надеюсь, сделал он не хуже визуально. Хотя бы. Демка записана в онлайне. Да. Еле долетел. Немножко стрейфа не хватает, видно. Но он может лучше играть, я не знаю, что они придуриваются. Они все могут лучше, зачем-то шлют вот это вот нам. Чтобы мы вот это калище потом смотрели, грубо говоря, как у Дима Нора. Это же стрейф, его пройти вообще, мне кажется, несложно. Ну, вот он срезал, да, в итоге 600 получил плюсом, хотя стрейф был хуже. Вот видно было, что прям хуже у него стрейф был. Mm-hmm. Следующий был артмод на 2 секунды почти быстрее. Плей. Тоже из России. Mm-hmm. Уже в офлайне записана демка. Начинал прямо у стартовой линии, кстати. Да, стрейфа тоже видно, что не хватает. Дабл-джампа запрыгнул. Не очень сильный стрейф. Конфиг зерга. Посмотри в гайды на стрейф, может у тебя будет чуть получше получаться. Попробуй проходить какие-нибудь пады. Там не пад мастерс, но всякие трикхаус какой-нибудь. Или там... Ой, сразу на финиш залетел. Ты да, видел? Это пады. Классно. Да, видел. Это классно, да. Там... Да, попробуй попроходить. Да, чтобы по... Ну и включение... Как это? Смена зон. Я забыл, как это называется. Или что? Снаппинг, во. Снапхуда или газхуда, ну, они помогут тебе понимать, куда нужно отправлять мышку. Вот. Ну, посмотри, теорию там у нас, гайды, да, все там, в принципе, понятно рассказано. И следующий у нас Хейз, тоже из России, 24.4 плей. Побыстрее на 280. Угу, чуть-чуть. Чуть-чуть побыстрее, да. Но я думаю, здесь стрейф будет получше, прям почетче. Ну да, вот видно, да, сразу. Чуть-чуть получше. Дабл джампа сразу наверх залетел, намного быстрее. Он прикольный роуд, кстати. Он получается на финише там? На финише, да, где-то, скорее всего, затупил. Ой, здесь еще пешочком вот здесь проходил. Да, вот. Но эти грибочки, они реально вот вообще... Раздражающие очень сильно. Да. И здесь залетал. Ну вообще так, по идее, ему 22 надо было делать всегда. Если грибочки бы хорошо пробежал, и вот финиш, сразу на финиш залетел. Возможно, бы даже перебил Роди, который идет следующий. Топ-4 это уже у нас получается. Побыстрее на 3 секунды. 3-4, ну ок. Да, плей. 20... Роди у нас старичок. 21... Вот через паука перепрыгивал. Как бы тем самым демонстрируя пауку, я тебя не боюсь. Хороший даблджамп, да. Здесь тоже даблджамп получился. Ну, неплохо проскочил. Ну вот он как бы, по сути, сделал все то же самое и... Просто нигде не споткнулся, не остановился и, в общем, запрыгнул на финиш. Да. И чуть-чуть обогнала его Альмера, да, из Москвы. На обогнала соточку. Роди, целого Роди. Все, рост пошел у молодежи. Все, дорогу молодежи уже кричит Альмера. Говорит, позвони ей. А Роди ведь когда-то в этом клане 2.37 был. Да. Роди вообще четкий был дефрагер. С него надо брать пример, я думаю. Но брать с него пример надо до того, как он забил на дефрагер. Альмера, ладно. Плей. 29, что из 21 секунды. Скажет ли она, позвонить ей вновь? Помнишь, на Люси Капе третьем она попросила позвонить? Да. Я ей позвонил, она не взяла трубку.
Она не берет трубки, она говорит, позвони мне, Вуди говорит, нуб, позвони. А трубки не берет. Вот она, кстати, сбоку делала и хорошо залетела на финиш. Вот опять, говорит, позвони. Я тебе звонил. Топ-3, я тебя не поздравлю с топ-3, ты трубки не берешь. А как? Как отобразить черный текст на черном фоне? Сейчас. Не знаю. У тебя черная консоль? Нет, у меня экран черный. А, ну, да, а сейчас. Color, по-моему. Нет? Я забыл. Да, вроде. Нет, я не помню. КЛ, может, как-нибудь. Кон. Что там есть? А, КЛ, кон колор. Сейчас. 1, 1, 1. 200 по кавычке надо взять. Я даже вместо икса знаю цифру. Ой, не 1-1. Ну, я какой-нибудь... не скажу, естественно. Да, 1-1-1, не 200, какой-нибудь 500 поменять что-нибудь. Нет. Я думаю, это... А, это РГБ. Тянуться. Ну, РГБ и прозрачность. То есть нужно, значит, какой-нибудь 2-5-5. Кон РГБ 0 у меня 2-5-5. 200. Вот, так я зато смогу прочитать, что там написано. Было. Там номер телефона. Там номер телефона. Да. Вот. И, в общем, она не берет трубку, я думаю, эта история будет тянуться из варкап в варкап. И перейдем, в общем-то, к Торнеру, который занял второе место, обогнал Альмеру на целую секунду. Лей. Торнер тоже в последнее время показывает очень хорошие результаты. Будем особенно ждать его демку на грядущий варкап, который уже идет. О нем мы расскажем чуть неплохо. Позже. Здесь тоже, в принципе, да, неплохо залетел по прыжкам. Ну, стрейф четкий уже, да. Сразу именно стрейф на уровне. Проходил через... Ой, ну хорошо прошел вообще. Через бок тоже заворачивал. И сделал 19.8. И страшно мне представить... А где, подожди... А, да. Нет, подожди, это не топ-2 был, это топ-3 был. Топ-3, да. Да, Альмера, я тебя все равно с топ-4 не поздравлю, так что ладно. Почему? Ну, она не берет трубки. Она говорит, позвони и не берет трубки. Кто так поступает? Mm-hmm. Ладно, в общем, на соточку, на 150 побыстрее за QN прошел. Плей. Mm-hmm. Плей. Из белорусского села обогнал Торнера. Ну, Торнер очень быстро прошел, то есть выглядело это достаточно бодро. Хороший Circle был на 600. И здесь, слушай, все хорошо. Дабл джампа тоже через вниз проходил. Дабл джамп, прыжок. Да, ну пока тоже очень четко. Сбоку проходил. И да, с рампы тоже на сбоку. И вот он на соточка, везде где-то, видимо, по мелочи там тут. И за Глеши, это у нас Юдмитрий, насколько я знаю. Россия Юрай. 19.0, побыстрее на целых 700. А где эти 700 еще взять? Фиг его знает. Давай посмотрим. Play. Проходил в онлайне. Тоже неплохой серкл. Хороший стрейф. Да, с дабл джоп неплохо получился. Да, ну классный, очень классный стрейф здесь. Очень классный. Ой-ой-ой-ой, как он срезал целый прыжок. Больше даже ему полтора прыжка стрел. И тут какой дабл джамп, ты слышал это? Что ты это? Ты слышал это? Ты даже это слышал, да? Классно, классно. Это у него, видимо, какая-то моделька была со звуком, со своим. Да-да-да. То есть он гистурку, я так понимаю, нажал и понеслось. Ну, красавчик. Поздравляем с первым местом. А у тебя сколько было? 19 и что-то там? 19.8, что ли, то ли 9. Но я ее как бы не играл особо-то. Uh-huh. Я бы, может, и сделал, вот если сделать срезу с рампой, сразу на пеньки, то можно. Не, ну вот сейчас это сделал, когда показывал. Нет, сделал, но я не допрыгнул же там. А, да, там надо, видимо, как-то... А сколько топ-1 в онлайне там? В смысле, что в онлайне? Сколько в онлайне топ-1? А вот за Глеши. Это в онлайне топ-1? Да, да, 19.0. В онлайне держится давно уже достаточно. Воу-воу, сейчас я сам гляну, удостоверюсь. Так, давай. Я хотел переключиться на браузер. Мы здесь
находимся на сайте defrag.ru. Здесь можно посмотреть все эти демки, кто какое место занял, можно и скачать, если кто хочет. А, так, я хотел на этой же карте посмотреть какие-нибудь, ну, в общем, топ. Топ, да, 19-0, Ведьмак он есть. Да. И переходим к тому, что на данный момент стартовал новый компетишн на карте Plakill. Карта, карта от Ника, да. От Ника, наверняка классная карта, много текстур, много разных оружий, гранаты, рокет, плазма, даже БФГ есть, надеюсь, ее не очень много. Вот, и будет он проходить с 7 по 14 октября 2017 года на карте... Она длинная хоть? Сейчас гляну. Ты что? На какой 20, карте? 26-20, ну, в районе 30 секунд. CPM. Я не смотрел еще, да, не знаю тоже. Вот. Ну что ж, будем ваш... Ну, можете заходить, комментировать, заходите на канал Discord, заходите там, не знаю, ВКонтактике, еще где-нибудь. На... Да, везде заходите. На 3DF тоже есть американский форум. Кто? Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, в общем, проще так. У 3D.org здесь есть форум, здесь есть вот канал о дефраге, и не только о нем, много-много всяких разных тем, и здесь, в общем, американцы общаются. Да, ну там много интересного можно найти для себя, если порыться, если более-менее владеть английским языком, так что, да. В общем-то... В общем, ждем ваших демок на новом компетишене на Варкапе 190. Что, все, наверное? Ну все, да, наверное. Спасибо всем за просмотр. Да. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.